сети появилось живое видео с новыми iPhone. В ролике детально показаны iPhone X Plus и ЖК iPhone 9. Дизайн будущих устройств полностью раскрыт. В сети было опубликовано живое видео с новыми iPhone X Plus и ЖК iPhone 9. Гаджеты показаны во всех деталях, а потому сомнений по части дизайна будущих устройств уже остаться не должно. Ролик был опубликован на YouTube-канале Tiger Mobiles. Смартфоны будущей линейки получат поддержку Face ID. Ожидается, что компания представит 3 гаджета грядущей осенью. При этом 2 из них получат экраны с диагональю 6,5 и 6,1 дюйма. Относительно третьего устройства информации пока нет. Кроме того, известно, что iPhone X и X Plus будет единственным смартфоном линейки, оснащенным двойной камерой. Ранее сообщалось, что появилась информация о поддержке будущими iPhone сразу 2 сим-карт. Также сообщалось, что будущие iPhone могут получить съемную камеру с высоким качеством съемки. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.